активную защиту, оборону. То есть не работает так, опасно. Опасно. Даже если пробьете, человек как бы среагирует, вам просто оружие может попасть. Вот первое, это безопасность. То есть вот это вещь. Видите? Здесь потом вот эта вещь. Здесь есть чувство дистанции. Не уводите оружие от центра, заранее выбирайте. Так, опасно. Видите, сколько открыто. То есть оружие — это играющая роль защиты эффективной атаки. Объединенной. Не только атака, а все вместе.